Блять, где тут кнопка эта? Оп. Здорово, бродяги! Чё, как делишки у вас? Стопы. Здорово, ребята, с вами Хася. И шо мы сегодня делаем с вами? Капец, мы что сегодня с вами делаем? В общем, в Thanks Blitz загнали прям, запихнули вот так вот, блять. Контейнер-сюрприз в разных количествах. И самое страшное, что там есть 50 контейнеров, 55, и вот от чела такое, которое вот у меня разорвется сегодня, за 75 тысяч голды. Блядь, капец полнейший на самом деле. И естественно, я не мог это обойти стороной. Я сейчас залезу в них, меня взгреют, крутанут просто, и, блядь, я буду плакать. Ну, ребят, серьезно, 75 тысяч голды... Просто по-братски прожмите лайк, ну, вот лайкос, вот лайчинский такой прожмите, конкретный, солидный. И подпишитесь на канал, если не подписаны, ну это вообще уже полный трэш. Комментарий напишите в конце, когда меня взгреют. Ну и конечно же, вы знаете, что в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, где будет сегодня проходить розыгрыш, поэтому можно поднять что-нибудь приколдесное, ну и много чего интересного и веселого узнать. Все, блин, эх! Забыл вам рассказать про нашего спонсора. Это компания OneX с обалденнейшими коэффициентами на матчи, с регистрацией в один клик без паспорта, с пополнением без комиссий, ну и выводом без потерь на большинство платежных систем. А еще там есть слоты. Слоты. Вот. Промокод, который даст до $550 новичкам на первый депозит в комментариях. Там же и ссылка. Все, погнали в игру. Ой, блин. Так, что у нас тут? Ну, смотрите, блять, мне в прошлый раз сюрприз, там была коллекция контейнеров, окей, ну, сюрприз, я еще более-менее с ним дружу, вот, смотрите, то есть здесь, а где он? А, ну, он вверху, то есть вот есть 12, 5, 6, 5, 20, ну, это все, блядь, несерьезно, понимаете? Вот он, бляха-муха, иди сюда, родной. Блядь, как же меня сейчас взгреют, боже мой. Сука, если я не отобью 1045, ну это трэш. И смотрите, здесь, по сути, контейнеры фуфел. Ну то есть, ну не фуфел, то есть Рампанзер, 907, Бизонты, объект, да. Ну блять, ну что за шляпа. Я еще уверен, что там в половине контейнеров нихера компенсация не в голде. И я что-то я не понял, блять. Там понты контейнеров с этим... С коллекционками. Ну ладно. 75 тысяч, блядь! Сразу пошли открывать. Да, тут немножко корявенько получается в том плане, что надо сначала открывать их, потом посмотреть ксор, объект. Объект, это хорошо. О, три объекта! 1000 голды. За каждый, то есть, я 5000 голды отобью. Круто. Короче, посмотрим, что мне там выпадает, потому что это до хера делов. Ну, не хотелось бы ролик затягивать там на 100 тысяч минут. Как вы видите, я сегодня подготовился. И пиджачок, и еще, и маечка. И там подо мной еще три маечки. Короче, я потеть собираюсь жестко. Блять, ну какой сейчас будет наебос, боже мой. А давай еще на 25 купим, чтобы на 100 тысяч, чтобы вообще был, блять, полный уже пиздец. Ай, можно еще раз купить, классно, спасибо. Что у нас получается? Я не знаю, что там выпадало, то есть... три химеры... Вот, блядь, ну посмотрите, нахуй, ну тут голда есть, компенс в голде. Подожди, я, блядь, посмотрю. У кого-то же не в голде. Ну, у меня большинство этих танков есть, конечно, поэтому если они будут выпадать, то это good. Good. Слушай, ну пока что нормально. А, ну это объект. 7907-ых. Ну, смотрите, петушара какой. Сколько их? Ну, слава богу, один. Ладно, 5 шкод. Шкода. Компенс есть. Ладно, давайте начнем с самого неинтересного. Это объект 274, потому что там... Ну, там 10 тысяч голды, конечно, есть. Которые не выпадают, конечно. Читач, канзавр у меня прям играет жестко. ТЛ-7 было бы неплохо достать. Все-таки коллекционка, как-никак. Не знаю, почему я его открываю, но мне не особо интересен. И он выпадает, конечно же, да? Yes! Осталось отбить 69 тысяч 900 голды, блядь, зашибенно. Элвис, видите, Элвис тоже негодует, как и я.
из всего этого я хотел бы достать, ну, конечно же, все танки хотел достать, но из тех, что мне нужны в ангаре, это Бурасик. Бурасик мы потом откроем за Лансен Компенс в голде, поэтому Лансен должен мне выпасть, чтобы... Блять, вы понимаете, сколько мне должно выпасть танков? Это ж пиздец просто, чтобы я отбил хотя бы что-то. Господи, блядь. Шкода, Компенс в голде, Шкода у меня есть, 5 контейнеров Шкоды, погнали. Ну, это танк. Это, блядь, танк. Сука, 69 800 осталось отбить. Ебань. Ну, 400 голды пока отбил. Так, 400. 1900 отбил. Я все считаю. Игорь, калькулятор в деле. Я уже сбился, короче. Я знаю, что у меня было 920 тысяч голды, 924, там, потом в конце посмотрим. Так, Бурасика я на потом оставлю, потому что мне нужен ксор, компенсация в серебре. Но есть 10 тысяч голды, у которых шанс падения 0,0000000, да? Полпроцента, кстати. Ну, даже больше, чем полпроцента. То есть микрошансы есть, в принципе. Я после этого видео, мне кажется, хотя их, в принципе, никакой дебил бы не купил эти контейнеры, кроме меня, наверное. Но я думаю, что после этого видео... Ну ты, блядь, ебанутый нахуй. Ты пизданутый, блядь. Сука, нахрена ты выпадаешь? Ты в серебре, блядь. Ну, даже, в принципе, был бы он за голду. Ну, отбил бы я 3000 голды. Ну, это ж, блядь... Ой, бля, какой взгрев начинается. Так, Бизонта, кстати, у меня тоже нет, можно было бы достать. Астронрекс у меня его тоже нет. Ну, и поэтому компенсация меня не интересует. Хотя, если я 3 штуки достану, почему бы и нет? Я не хочу материться, на самом-то деле. Но я буду. И в этом видео есть один плюс, потому что это будет самый тупорылый, блять, слив голды в моей жизни. Калибан. Калибан голда. Ебать, ну вот, сука. Если честно, я начал в последнее время меньше контейнеров открывать, потому что... Ну они уебищные, нахуй. Они уебищные полностью, блять. Когда-нибудь я перестану вообще их открывать. 500 голды, нахуй, 100-500, блять, 75 тысяч, блять! Йох. Да, блядь, я даже не буду смотреть, что это, какая компенсация за него, мне похуй. Что не выпадает, нихуя. Кроме ксора этого, блядь, помойного. 750. Сука, у меня надежда на 907-го. Он должен выпасть, нахуй, 7 раз. Не меньше. 5% шанс выпадения. 7 раз выпадет, 100%. Так, Бизонт, давай. 5 контейнеров. Бизонт, ты можешь выпасть, кстати. Мне он не помешает в ангаре. У меня его нет. О, трешечка. Нихуя себе. Спасибо, братан. Блять. Как у меня горит пердак, блять. Сука, там даже по 100 не дают. Ну, хоть лучше пускай не дают по 100, чем по 100, потому что... Ну, гений мысли, Игорь. Потому что у меня жопа горит от соток этих. Ну все, ну ни хера не осталось уже. Эмилька, давай Эмильку. 1000 голды. Я же говорил. Так. Су-130ПМ. 1000 голды может выпасть, либо Су-130ПМ. Ну, 500 выпадет. Я же знаю все. Я ж... Эти контейнеры насквозь вижу. Если из 50 контейнеров выпадет один танк, это будет смешно. Так, подайте, подобьем кассу. 3, 6, 8, 10, 22 контейнера осталось. Больше половины мы прошли, меня взъебали просто люто. Так, ну давай Бурасик. Бурасика я хочу достать. Ну хотя нахер мне надо. 10 тысяч голды дай лучше. О, ничего себе. Ну, и к сами я, конечно, обмажусь пальжёстко. Экшен, бля, братан, братанчик, братулечек. Мы же с тобой друзья, блин. Ты один из моих любимых танков. Ну давай ты вылезешь хотя бы. 750. А я, кстати, соберу его сейчас. Или не соберу, сколько там осталось. Мне два контейнера нужно, чтобы я собрал экшен икса.
Ну, хотя этот контейнер был хороший, там 100 тысяч свободки было. Ну, вот одного не хватает, блять. Хреново. Так, ну, у меня, по идее, остались только коллекционки, да? Давай, с девяточки начнем. Ну, коллекционки, если коллекционки не спасут этот видос, это все, это пиздец будет. Сука, один танк дал. О, кстати, я 260-го соберу. Но это не заслуга этих контейнеров ебаных. О, них. Ну так, блять, он выпал, потому что... Да пошел в пизду, это не считается нихера. Ну я собрал его и так, видите, собрал, все. Заебись. Ну, кстати, ВК-90 мне выпадает частенько, ну, относительно. Блять, какой, блять, пиздец, а? Че я открыл? Я даже не знаю, что за контейнер открываю. А, у меня еще один был, да? Ну, у меня осталось 9 контейнеров. Ну, заебись. Ну, заебись просто. Да пиджак, сука, забыл уже, как это делать. Но мне еще вон 2 талисманчика не, ну, не будет хватать до суперконя. Когда-нибудь я его заберу. Все, 7 контейнеров с объектом 907, 5% шанс выпадения. Блять, сука, ну, в принципе, здесь гарантированно от 500 голды будет. То есть 3500 я отобью. Все нахуй, меня взгрели, блядь. Меня просто наебали, взъебали. Вот так, сука, во все нахуй места, блядь. Не, ну, блядь, какой же, сука. Не хочу на личности переходить ни на кого в компании, блядь. Ну как, нахуй, можно сделать так? Вот как, нахуй, можно, сука, эти ебаные контейнеры настроить, чтобы из 50 контейнеров, я еще не открыл до конца, но это похуй уже. Один ебаный ксор выпал, а? Оу, е, блядь, окей, нахуй, 2 танка из 50 контейнеров, спасибо, блядь, братан. О, вот, блядь, вот только, сука, начал бомбить, а вот только, сука, начал бомбить. Было бы прикольно, если бы еще раз выпал. 3 танка из 50 контейнеров. Ну, то есть, понимаете же, что, блядь, ну да, выпало 2 танка, окей. То есть, это 15 голды, да... Понимаете, люди же открывают эти контейнеры. Ну вы же все, блядь, открываете контейнеры, что я вам объясняю. Чтобы достать танки. Им вот эта свободка всратая. Отбить там, я, окей, 75 тысяч потрачу, отобью там 1030, блядь, будет нормально. Да нихера оно не нормально. Человек должен достать контейнеров, ой, не контейнеров, танков 7. Вот 7, ну 6, блядь. Чтобы он еще такой, ну, блядь, ну окей. Да за 75 тысяч голды можно танков накупить себе вот такую, блядь, гору нахер. Ну, если не говорить, конечно, про 10 уровни. Окей, то есть я сейчас 907-го продаю. Да, этого я не буду продавать, он не считается. Ну, я его продам, но как бы он не считается в то, что я отбил. Я в минусе на 30 тысяч. А, ну я 40 тысяч отбил. Минус 30 тысяч голды, бля. У меня же 925 было где-то, да? Ну, типа, ну, так, что-то подбивал. Давайте объекты же тоже продам. Но это не считается. Минус 30-ка. Ну, кайф просто. Сошибенно, блин. Ну, вот вы, ребят, напишите в комментариях. Может, я тупой, может, я зажрался. Вы такие, ну, Игорек, ну ты что гонишь, а? Нормально же было. Вот ты ж, блядь, вот ты ж собрал, видишь, сертификатиков насобирал. Тебе же должно быть зашибись. Ну, я не знаю, вот вы напишите, скажи, ну, Игорек, ну, по факту было ничего так. Нормально было. Ты вон иксов нафармил. Сколько у меня иксов теперь? 16x5. То это 10 мне за этот, за приказ какой-то. Ну, за, короче, за какую-то херню мне дали. 17x4 собрал. И еще он 33x3. То есть ничего тебе не нравится, а за 30 тысяч голды, блядь. Ёб твою мать. Это же я, понимаете, еще... А, хотя нет. Ну, просто... Ладно. Все, я не хочу просто бомбить. У меня слишком большой поток. Вот такой толстый поток мыслей идет. И они все не... Все не культурные. А что там еще за контейнер есть? А может еще раз купить?
Так, 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 так. 2500 голды. А давай купим. Ну вот окей, блядь, я куплю один. А вдруг? Ну вот, вот вдруг сейчас десятка выпадет. Может, я гоню. Получается, по факту 51 контейнер. TL7, ну давай. Что-то ничего не понял. Подождите, что-то я не понял. А как это? А, это два штуки. Боже мой, ебай, блядь. Я чуть не сломался. Какого хрена выпал второй контейнер? Так, ну смотри, две коллекционочки. Игорек опять в деле. Игорек в деле сейчас будет разносить. Давай. Давай, и TL7, и суперконь. Ага, вот, вот все правильно, так. И суперконя еще мне, ну конечно же. Мне, кстати, одного не хватает теперь до суперконя. Одного талисмана. Ой, блядь, мои нервы уже прежними не станут. Короче, ребята, ну, комментарий вы знаете где, лайк вы знаете где, мой пердак вы знаете где, вот там на солнышке где-то. Давайте с вами прощаться. Все, я погнал. Не хочу ничего говорить.